Знаете, почему здесь оказались? Нет. Не догадываетесь, да? Потому что машина у вас в ориентировке для причинения интересных повреждений. О, как? Не запрещен вот на конец одностороннего движения. Вот уже вы нарушили. Проехали. Соответственно, за данный выезд в отношении вас будет составлен административный материал. 1216, часть 3. Вы с нарушением согласны? Вы же вот налезли? Да. Очень хорошо. А что вы здесь делаете? Работаю. Очень хорошо. Вас пригласили сотрудники ГИБДД? Да. Замечательно. Они знают свою работу, они ее выполняют. А почему вы применили силу по отношению ко второму водителю? Он был вправе написать все, что он считал нужным. А вы прошли мимо и прочитали, что написано на заборе. Вас при этом не было, но при этом вы это утверждаете. Ну, тогда расскажите свою точку зрения, как все происходило. Если в этом будет нужда, я об этом расскажу. Ну, наверное, не вам, любителям жареных. Но, тем не менее, на полной видеозаписи видно, как вы замахиваетесь на водителя, когда он вышел вслед за вами. Почему вы проявили агрессию по отношению к водителю, ко второму? Только факт агрессии был. С его стороны, конечно. Вроде бы журналист, ведешь себя по-клоунски. Задаешь вопросы, которые абсолютно неуместны. Есть административное правонарушение, меня пригласили, составляется протокол. Заняв одностороннюю позицию, я уж не знаю, кем вы приходитесь, этому второму участнику, Кляузу, пытайтесь эту ситуацию раскачать. Я с вами полностью не согласен. Ну а в чем вы не согласны? Поясните. Не собираюсь. Поэтому, товарищ старший лейтенант, составляйте протокол, а в отношении журналистов я буду просто игнорить их присутствие здесь и абсолютно не отвечать на их провокационные какие-то вопросы.